Главное предложение только сегодняшнего дня. Что же нам нужно летом, когда мы начинаем более активный образ жизни? Конечно же, комфортный костюм, который всегда будет рад и будет даже скучать, когда мы с вами на работе, потому что в выходные дни он нас обнимет, и мы будем в нем делать свои новые победы. Мягкий уютный комплект «Двойка», который состоит из элегантной мастерки с капюшоном и кулисками, максимально хорошей длины 82 сантиметра и двумя функциональными карманами. Хорошо дружит и сочетается с брюками непривычной конструкции, не джоггеры, а классическая форма с элегантным лампасом, которая при желании также хорошо подружится с вашим жакетом. Поэтому костюм в стиле спортшик будет идеально варьировать между спортивным и элегантным стилем, а за счет 55% вискозы в составе материал «Манчестер» подарит даже в жаркую погоду настоящий комфорт и удовольствие. В этом сезоне представлено 7 новых оттенков, поэтому для тех, у кого этот костюм уже есть, и они вкусили все удовольствия и прелести жизни в этом костюме, сегодня могут выбрать новые оттенки. К примеру, можно забрать для себя вот такой вкусный вишневый оттенок. А вот Оля выбирает уже второй эфир для себя вот такой оттенок пудры. Классический такой нежный розовый оттенок. Горчичный цвет в этом году появляется впервые. Кстати, редкая история именно для костюма в полуспортивном стиле в таком оттенке. Цвет у нас с вами снова новинка. Это оттенок оливы. Классические оттенки с предыдущего года — это у нас с вами темный изумруд, он же будет называться темно-зеленый цвет, голубой оттенок и классический темно-синий. Размерная линейка от 46 до 60. Данное предложение нужно забирать с учетом своего типа фигуры. Дамы верхнего типа фигуры, перевернутый треугольник, прямоугольник формы яблока выбирает по ветровке. А дамы нижнего типа фигуры, контрастного нижнего типа фигуры и песочных часов по бедрам. Брюки у нас с вами 4 см резинка, высота посадки 82 см, в 52 размере по бедрам, каждое бедро в окружности в среднем 63 см. Длина мастерки 82 см, в точной рукав 60, в полуобхвате 40, капюшон 43 см в окружности, в глубину 45 см. Плечо у нас приспущено от ГОСТа не 12, а 16 сантиметров. Длина рукава 68 сантиметров, 4 сантиметра манжет. По спинке изделия 82, по передней полочке на 4 сантиметра короче. И также есть функциональные кулиски и молния. На экранах появляется Ника, которая вам демонстрирует, как она может его раскомплектовать, когда остается мастерка, а вместо брюк идут функциональные, например, джинсы или какие-нибудь чиносы. Также можно носить костюм целиком, он придает образу элегантности, отсутствие такого, знаете, навязчивого спорта, но при этом все-таки гламурность присутствует. Поэтому даже название костюма «Беверли» намекает об одном из самых роскошных районов Америки, да, Беверли-Хиллз, откуда, кстати, такой костюм, наверное, в моду-то и пошел. Кстати, обладателем именно регалий, кто ввел в моду подобные костюмы для выноса на прогулки, даже на светские мероприятия, была одна из старших дочерей Хилтон, да, владелица отеля Хилтон Пэрис. Мы выбираем для себя темно-зеленый, темно-синий, голубой оттенок, горчичный, пудровый оттенок розового и вишневый цвет. Также можно выбрать для себя нежную оливку. Данный костюм у нас с вами очень удобен, когда начинаются выходные. Вот закончилась последняя пятничная работа, приходим домой. Суббота-воскресенье нужно успеть все. Съездить к маме, позаниматься с детьми, может быть, их выгулить в какую-нибудь площадку. Для себя, любимый, пойти в салон, подкрасить корни, может быть, сделать маникюр, педикюр, просто погулять с подругами, посидеть за чашечкой кофе, что-то обсудить, что случилось за неделю. Этот костюм всегда с вами. Путешествие, вы спешите в аэропорт, на вокзал, у вас поездка рабочая или в отпуск, этот костюм с вами. Вы ложитесь на обследование, вы едете в санаторий, этот костюм вместе с вами. Это очень удобно, потому что мастерку не нужно надевать через голову. При желании под нее добавляете футболку, и когда становится более жарко или хотите немножко погреть плечики на солнышке, вы просто расстегиваете мастерку и снимаете из себя. При желании, для того чтобы она не мешала, вы можете ее повязать на плечи, можете ее завязать по бедрам. Это очень удобно. Костюм очень компактный, и при этом материал комфортный, не заминается и придает вам образом. Цена 2499 рублей. 1250 рублей за одно изделие. Вот такая удлиненная ветровка с капюшоном, с полноценными рукавами, двумя функциональными карманами и кулисками по низу и по верху — 1250 рублей. В
вторая часть этого комплекта, высокие брюки. Опять же, обратите внимание, более классического силуэта, лампасы немножко разбавляют эту классику. И резинка тоже 1250 рублей. Общая стоимость костюма 2499 рублей. При оплате картой банковской сразу цена 2374 рубля. Данный комплект, опять же, можно носить круглогодично. За счет именно материала он очень универсален, то есть и не к лету, и не к зиме не относится. Такой промежуточный. Поэтому, в принципе, вся эта цена разбегается на 365 дней в году. То есть, по факту, у нас с вами чуть менее 10 рублей будет стоить каждый ваш выход. Поэтому положите в корзину как минимум два костюма. Как я буду рекомендовать выбрать два костюма, кто действительно с такой целью для себя сейчас задался. Выберите один оттенок более темный, который больше будет варьировать в осенне-зимнем периоде, и более светлый, который более актуально по оттенку подходит для лета. Вот такой прохладный голубой, нежный розовый или цвет оливы, горчица идеально подходит для лета. Горчица вишневый, темно-зеленый и темно-синий больше к осенне-зимнему периоду. Поэтому, если вы выбираете два, то положите в корзину и темный, и светлый сразу. Помимо костюма Беверли, по сниженной цене вы можете положить в корзину, например, футболку Карла, которая представлена сейчас на Оле. Смотрится как костюм тройка, с красивыми эффектными сетчатыми вставками и принтом. Горчичный, пудровый, сейчас вы видите на экране. Темно-синий, темно-зеленый оттенок у нас с вами. Цвет оливы представлен у нас с вами. Поэтому выбирайте для себя подобные костюмы. Причем его можно носить как вместе, так же и раскомплектовать. Это тоже очень удобно. Такая мастерка, кстати, будет идеально сочетаться, к примеру, с платьем. Так, сейчас возьму какое-нибудь платье, да, и накину на него сверху мастерку, да, и вам продемонстрирую, как это тоже очень достаточно женственно смотрится. Причем вот взял вишневый цвет и, наверное, пожалуй, тоже вишневый оттенок нашей с вами мастерки-то и добавим. Да, у нас с вами получается достаточно идеальный образ. При этом платье Клодет у меня для примера, а вы можете туда и платье в цветок, и платье в полоску, и из шифона. Поэтому выбирайте для себя главное предложение дня по цене 2499 рублей.